Это ростки молодой травы. Она только проклюнулась на свет. Но дадут ли ей выжить – большой вопрос. Сегодня специалисты службы зеленого города были шокированы увиденным. Сквер у городской администрации подвергся действиям вандалов. Сломанное дерево, разбитые фонари у камня любви, отсутствие на привычном месте скамейки, похоже, у кого-то, как говорится, выходные удались. Вот несмотря на то, что мы прикладываем большие физические и материальные усилия и несем материальные затраты по озеленению благоустройства города, но все-таки жители нашего города относятся к нашей работе негативно. Свидетельство этому и поломанная скамейка. Наверное, большой компании стало тесно на ней, и они решили ее расширить, выломав один из железных подлокотников. Я думаю, что молодежь нашего города свои физические силы, она не в том направлении расходует. Применять свои умственные физические силы, я думаю, нужно в другом месте, но никак не в местах общего пользования. Жалкая картина и на автомобильной стоянке возле администрации. Опрокинутые вазоны и погубленные цветы, которые еще вчера радовали своим видом кузнечан, нарушали благостную картину летнего утра. По поводу скамеек мы, конечно, по краже обратились в ОВД, но результатов пока нет. Я не думаю, что они будут. А по поводу перевернутого вазона, хотя здесь, я думаю, есть камеры слежения, но не думаю, что они фиксируют все это дело. Придется восстанавливать, переворачивать этот вазон. Хотя для того, чтобы перевернуть вазон, нужна целая бригада людей. Просто молодежь, это не один и два человека подошли и перевернули вазон. Их было несколько, группа, допустим. То есть это массовое безобразие. Еще одно новшество у жителей Кузнецка – фото на память среди городских цветов. Правда, это делается не возле клумбы, а прямо в их центре. Это не только проявление неуважения к труду специалистов службы озеленения, но и демонстрация низкой культуры отдельных граждан. Я хочу, чтобы молодежь города и кузнечане в целом уважали чужой труд, как минимум, ценили этот труд и адекватно относились к нему. Одной из действенных мер борьбы с вандализмом могут стать не только установленные камеры видеонаблюдения, которые фиксируют каждый шаг нарушителя, но и бдительность самих горожан.